Здравствуйте! Сегодня будет обзор на набор французских воинов Столетней войны от Италери. На арте мы видим конных рыцарей . Среди них одна фигура с непокрытой головой, видимо, изображающая Жанну д'Арк. На обороте схема покраса фигур. 28 фигур. Восемь рыцарей, восемь коней и 20 солдатов. Изготовлено в 2018 году. Made in Italy. Масштаб 1:72. Открываю. Такого бежевого цвета пластик. На сей раз разделенный. Инструкция по безопасности, ничего интересного в ней нет. Так, что здесь? Верхний ряд первого литника, 4 лошади. Здесь 2 всадника. Здесь еще 6, то есть все всадники. Пешие фигуры. Отдельно щиты. Другой литник. Еще 4 конных фигуры. Я так понимаю, 4 конных фигуры по 2 каждой. На этом литнике всадников уже нет, только пехотинцы. Арбалетчики, щиты, еще арбалетчики. Пеший знаменосец. Еще один пеший знаменосец. В общем, если в наборе английских рыцарей, то там были лучники, то у французов арбалетчики. Пластик, во всяком случае, гибкий. Нельзя сказать, что уж совсем гибкий, но абсолютно твердым его назвать нельзя.
Еще раз коробка с артом. Спасибо за просмотр.